Добрый день, меня зовут Баграмян Анжела, мне 21 год, я из Ростова-на-Дону. Я учусь в Ростовской консерватории имени Рахманинова. Пою я очень давно, с детства. В 2010 году я стала армянской красой Дона и начала заниматься модельным бизнесом. Про конкурс «Голос» я узнала совсем недавно. Как только я об этом узнала, я решила купить сразу билеты и приехать на этот прекрасный конкурс. Я очень веселый, позитивный человек. Яркое отражение моего внутреннего мира, мое одеяние. Мои вещи настолько же позитивны, как и я сама. Свой образ я всегда подбираю по настроению. Ну и, конечно же, мое настроение всегда отличное. Я всегда улыбаюсь, радуюсь всему, что меня окружает. И как в добрые песенки нашего детства, поделись улыбкой своей, и она к тебе не раз еще вернется. Анжела, что вы сегодня преподнесете нашим наставникам? Песню, душу? И песню, и душу я постараюсь их порадовать, внести в этот проект какую-то свою лепту, вот, частичку себя, радостную, счастливую, вот, чтобы они тоже радовались вместе со мной. А, собственно, что вы поете? Merci. Удачи от всего сердца. Спасибо. Я участница многих международных конкурсов. Последний из конкурсов был «Южная звезда». Давайте наконец начнем. Как вас зовут? Ева, это твоя сестра? Посмотри на ее. Реально. Моя сестра. Чем-то похожа так очень. Не знаю, может, внебрачная? Мам. 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 Очень как сестренка. Меня зовут Анжела, мне 21 год. Я из Ростова-на-Дону. Мама! Мама! Признавайтесь, мама! Yeah! Теперь поняла, что ты сразу мама. Хорошо, Анжела. Ну, понятно, ты к кому пришла. Да? Вы все очень прекрасны, вы замечательные артисты. Я вас всех очень по-своему люблю. Вот. Но
Душа у меня лежит, конечно, к Еве Рима. Я так и знал. Ростов, по-моему. Вот. Мама! Ады Кенелик, Ады Кенелик. Бать мэнк, бам, дым, да. У нас шикарный дуэт получится с этой девочкой. Мила. Девочка, я очень рад за тебя. Очень прекрасный выбор. Да, блин. Нет. Молодец. Умница. На здоровье. Ну, нам нужны красивые девочки. Молодец. Еще как ходит, смотрите. Ай! Մենք ծանոթ չէինք մինչև այսօրը, բայց այս բացը լրացվեց եւ Անժելան մեր նախագծում է, Անժել համբուրիր մայրիկին, ահուզվում էր, սպասում էր։ Молодец. Да. Помощью вас. Спасибо вам огромное. Вы настолько все позитивные, что это вдохновляет и хочется все лучше и лучше и больше показать даже не на что ты способен, а больше. Մենք ամենակարևոր փաստը Անժելայի հետ կսկսենք խոսել հայերեն, որովհետև շուտով մեծ արարողությունը լինելու է, մենք պետք է հասցնենք հայերենով բոլոր հյուրերին դիմավորել, ողջունել, չէ՞ Անժել։ Հա, այո։ Դե մի լավ բան մաղթիր մասնակիցներին մյուս։ Ես Սաղին, я всем желаю удачи. К сожалению, не могу по-армянски, да. Հաջողություն եմ մաղթում. Որ ամեկը իր ուզածին հասնի։ Եվ որ մարզիչները պտտեն։ Սկսում եք սովորել հայերեն, Հայաստանից այդ։ Հիշեք, Անժելա Բաղրամյանի անունը նա դեռ բարձր ասելու էր մասին։